Всем привет, я Саран на канале Кинай. Привет, Алиска. А почему ты хрюкаешь? Потому что у меня свинка Пеппа. Мы открываем сегодня свинку Пеппу. Вот такой вот классный набор Пеппа и семья. Алиска, а кто там в коробочке сидит, кроме Пеппы? Это еще одна свинка Пеппа только. Это что, пряники? Ух ты, у нас свинка Пеппа пряники. Мы вам покажем разную свинку Пеппу. А в этой коробочке кто, кроме свинки Пеппы, есть? Просто свинка Пеппа, которая может играться с этого. С игрушки, да? Это вот такая вот свинка Пеппа. Тут все семейство, да, Лиска? Кто там, кроме свинки Пеппы? Джордж маленький, да? Папа свин, мама свин. И все они что делают? Хрюкают. Все хрюкают свинки, да? Вот такая вот интересная игрушка. Поняла. Доставай. Я. Конечно, ты. Вот мотоцикл. В таком наборе две игрушечки из серии «Свинка Пеппа» есть такой мультик. И для них есть целый мотоцикл или скутер. Помочь? А здесь такие вот пружинки, да? Которые нужно... Деткам, кстати, нужно аккуратно открывать так вот пружинки в данном наборе. Могут травмировать, да? А ну, держи. Свина. Кто это? Только пружинку убирай. Пеппа. Это свинка Пеппа. А кто это у нас такая? Хрю-хрю. Мама. А ну, посмотри, что у них движется. Ручки вращаются? Ножки сидят. Ножки умеют сидеть? Ух ты, вы знаете, свинка Пеппа, оказывается, умеет сидеть. Ножки, а ты, это ты, для ты. Них трын-трын-трын-трын. Смотри. Ух ты, а можно посмотреть ближе свинку Пеппу? Угу. А ты пока проверь мотоцикл, как работает. Смотрите, какая здоровская Пеппа. Узнаете профиль знакомый, кто смотрит мультик. Действительно, у Пеппы ножки вращаются и даже движутся ручки. Вот такая вот интересная игрушка. Она небольшая. Я тоже хочу покататься. Мама, ты меня забыла. Мама свинка. Я забыла. Меня забыли. Я тоже хочу сесть и покататься. Они вместе поместятся? Нет. По очереди будут кататься? Видишь? Они не поместятся. А это очень классные прянички. А если он поместится так, они так поместятся. Да. Здорово. Очень красивая коробочка. И не менее интересные пряники. Я вам буду показывать. Классные. Вот такие вот интересные. Алиса, это кто? Это не, вроде бы не свинка, да? Кто это из мультика? Кто такой? Зайка. Зайка? Тоже свинки Пеппи есть такой? А это зеброчка. Это из мультика или нет? Из мультика. Ух ты. Смотрите, какая свинка. Главная свинка Пеппа, виновница торжества. Там, кажется, 4. Покажи, это что, Алисе 4 годика было? Да. Покажи. Вот столько Алисе лет. Королева Алисия, четверочка с короной. Вот это Джордж, правильно? Пустые прянички. Угу. А это кто такой? Папа свин. А кто это? Это... Это какая-то белочка? Или не белочка? Белочка. А это кто такой? Слоник. Ага. Слоник. У нас получилось целое семейство. Папа свин. Хрю-хрю. Мама свин. А также Пеппа и кто Джордж? Это ее братик? Угу. И брат Джордж. Сравним сходство? Угу. Вот такая вот мама и ее пряник. Прям автопортрет, правда? Здоровские. И свинки Пеппа. Давай сравним свинку Пеппу. А я? А ну сравни. Похожа свинка Пеппа на свой пряничек. Смотри, она большая, но маленькая. Да, это тоже большой автопортрет. Он в 2 раза выше ростом, чем свинка Пеппа. Вот такая замечательная идея. Кто любит свинку Пеппу, можно делать пряники, тортики и, конечно же, играть известной игрушкой.
свинка Пеппой, мамой, и собрать можно целую семью, а также друзей семьи, брата Джорджа, папу свина и всех-всех-всех, кого так любят маленькие детки. Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Пока-пока!